Ребята, привет! Мы в детском мире в Озерах. Лиза выбирает себе игрушку, подарок от бабушки. Да. Сейчас все вам покажем. Что, Лиз? Кто это? Это для мальчиков, это для девочек. Ага. Ничего страшного. Что, тебе это понравилось? Нет. Просто так смотришь? Пошли дальше. Ты сама что хочешь? Да, пожалуйста. Папа, помнишь Мирея? Помню. Ты такого же хочешь? Нет, это Мирея. Я помню Мирея. Я думаю, что такую хочу. Но дорого. Дорого? А как, сколько тебе бабушка выделала денег? Не знаю. Бабушку можешь позвать? Не, я не могу. Я с камерой хожу. Тебе вот такой понравился? Он дешевле, смотри. Давай цифры изучать. 1, 3, 9, 9. 4 цифры и первая единичка, да? Угу. А здесь? 2, 7, 99. 2 же больше, чем 1. Да. Поэтому я думаю, что бабушка сможет. У меня она классная. Иди, я пойду в бабушку. Все? Угу. Ребята, мне бабушка еще такой дом большой, 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 большой. Такой домик. Сейчас идем на кассу, это все покупать.